Тут не все за столом еще. Саня, я думаю, что тебе стоит на диван пересесть. Сядьте. Так еще не все. А что вы музыку выключили? Какую музыку? Все выключено. Да, включите музыку. Only you. А что за музыка? Блядь, у меня было все по плану. Так ты же не говоришь, что нельзя трогать. Ты ушла на полчаса. Мы себе курицу разогрели. Ну, потому что переодевался один человек. О, так это будет... Ой, ё-моё! Это пиздец! Ебаньяра, конечно! Кучерявая, во что ж ты переодевалась? А Вовчик! Да, красава! Мы тут с тебя пиздёршу делали! А ты Сашке напишешь? Ладно, я не буду раздеваться, я вообще планировала... Минуточку! Но нет, так нет! Не надо, не надо! Где споднее, скажи мне! Дай место, Сашечка, дай! Слушай, а где вообще... Где вообще хоть одна баба? Что за вообще? Что это за... У нас попишник! Есть мамишник, а есть попишник! Я поняла! Иди под свою красоту еще раз. Я глазам смотрю. Ты сделал место? Пупсик, ты разжал. Вот есть, вот красота. Еще одна женщина есть. Ты кричала, что нет баб. Посмотри, аж две бабы. Привет. Ну так, нам хватит. Ну красава, Акима умеет разговаривать. Ну да, я уже начал себя рисовать. Знаете, я вот так отстую. Что ты мне сюда скажешь? Я что, блин? Нет, ты мужика меня сажай. Куда ты с это самое? Давай. Садись на мое место, Наташа. Давай я сначала. Джекпот. Вот чего я не ожидал. Мне интересно, где Юля? Дома. А куда она с Малой? С Малой, ну да. Да. Так, я, как это, принесла вот такое странное бухло, про которое я не знаю вкус. Таня, у тебя есть желание пробовать его? А что это вообще? Вино или... А, ребята, вот хезе. Что, да? Это? Это какой-то ликер перуанский. Откуда-то из нычки моего дедушки. Потому что дедушка умер очень давно. А два года простояла квартира. Потом я нашла нычку. И в нычке я нашла много странного бухла. А нет никакой мамы, чтобы ее проветрить хоть как-то, Юля. А это что? Это что, я достала малого и не пошла с тобой? Ну, Саша. Это девочка у нас. Выключи, Леха. Ну, малую. Я хотела, говорю, она устала тоже, хотела сегодня. Понятно. Смотри. Вот это, наверное, брелок. Это странное. Я думаю, что это что-то очень странное. Называется писка. 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 Да. Тоже должно стоять. Иди ко мне. Сфоткайте нас. Конечно. Давайте. Фотки нам потом отдадите. Бесплатно. Бесплатно. Давайте. Безвозмездно. Без регистрации. С регистрацией. А ну. А Кима, конечно, красотушка, молодец. А вот так, еще разочек. С пиской. С пиской. Это все чекановый списка, без списка. Куда чеканов делся? Курить пошел на балкон. Так, и вот это вот рахат лукум, то потом. Да. Так. Сладкая женщина. У тебя у нас курить. Еще такой, да. Вот сюрприз. Я, ребята, выпила этого. Подожди, столько. Смотри. Это же вьетнамская фигня. Смотри, да. Смотри. Да. А это моя курица. Слушай, что мне сейчас меня звонят? Да, ты мне... Да, ты же не была, ты же... Да, Зори. Это у нас...